Поздравляю с победой. Спасибо. Вырули в концовке, но чуть не упустили. Да, есть такое. Почему попустили? Но чуть-чуть расслабились, да, и не слушали тренера, прыгали, фалили много. Как думаешь, вас можно назвать командой, которая специализируется на концовках? Да, думаю, можно. За счет чего вы вот каждую игру, можно сказать, где есть упорная борьба, все время выигрываете? Ну, просто одни оливье постоянно едят, а мы тренируемся. Понятно. Вот так вот. То есть главное оливье, хоть и есть, и все нормально будет. Да, главное — тренироваться. Спасибо. Спасибо.